раньше. И оба сложных элемента, и оба им удались. Молодец, Вовочка. Ну, чуть-чуть. Ну, немножко не в темп ножки бежали. Один раз там. Парочку. Парочку, но идея офигенная. А? Красиво просмотрел, все понятно. И машину взрыв. Не пустили. Машины, ну, не было никогда. Были у нас. Были, на репетиции. Серьезно, да? Были. Что они, видимо, решили не позаниматься. Были, но самое главное, что вот это очень красиво прочитал, что ушли, взрыв, и сюда, и все так красиво. Вначале взяли, не включили, эти маркалки. Ну, да. Это не начало такое получилось, да. Угу. И немножко лучи, ну, как бы не совпадали по вот этому, по месту, которое хотелось бы, чтобы они так... Ну, я старался, видишь. Не, ну, вообще молодцы. Нормально. Ирина Лобачева, Владимир Шевенков, оценки за технику. 6-0, 5-9, 5-9, 5-9, 6-0. Средний балл 5,94 балла. Оценки за артистизм. 6-0, 6-0. 5-9, 6-0, 6-0. Средний балл 5,98 балла. Общий балл 11,92 балла. Сереж, судя по вашим оценкам, этот номер достоин финала, и вам он очень понравился. Вас, как говорится, зацепило. Да, мне очень понравился этот номер. Мне, дилетанту, судить чемпионку мира глупо. Я 6-0-6-0 поставил Володе Шевелькову, поскольку он последний, он один из последних пришел в этот проект, он заменил своего друга. Я прекрасно понимаю, сколько труда нужно у Володи, чтобы делать эти сложные поддержки. И потом я поставил 6-0-6-0 за эту сдержанность. В этом номере была удивительная страсть, которая невероятно умело сдерживалась. Вот эта какая-то сдержанная страсть мне очень понравилась. Я поставил 6-0-6-0. Спасибо. Спасибо большое, Сереж. Вань, да, можно я задам вопрос Татьяне Анатольевне? Я как раз хотел попросить тебя это сделать. Пожалуйста, Татьяна Анатольевна. Спасибо большое, Вань. Я так скажу, если бы этот номер был в середине проекта, много элементов, много хороших элементов, хорошее катание, хорошее общение друг с другом, да, чувствуют уже друг друга, выпрямился чуть-чуть, и очень идет этот костюм. Но, понимаете, это для меня это не такой запоминающийся номер, как у них, например, были. Все-таки для финала я не знаю эту музыку. Я знаю много разной музыки и занимаюсь этим, и стараюсь как-то, ну, стараюсь в себя это впихивать, потому что занимаюсь такой работой. Я хочу все-таки сегодня уйти отсюда. Ну, вот у них военная тема была потрясающая, да? Там было что делать. И поэтому я поставила две оценки 5-9, 5-9. Хотя никаких ошибок не было. Но я также поставила Слуцкой Ире. У них тоже не было ошибок. Вы ведь знаете, что выбор музыки для программы – это 75% успеха. Это очень важно. Не потому, что ее здесь нужно открыть. Вот это первый раз музыку, которую я слышу. Иногда услышишь первый раз музыку, и она будет звучать в тебе всю оставшуюся жизнь. Они очень хорошо все делали, но эта музыка не будет звучать ни во мне, ни в них. Мне так кажется. Во мне точно. Поэтому 5-9, 5-9. Ребят, я вас поздравляю. Вот уже пройден долгожданный, волнительный финал. Что скажете, вот сегодняшний ваш результат, он достоин вашего катания? Нам очень сложно судить, на самом деле, достоин или нет. Но я считаю, что мы сегодня откатались очень хорошо и были достойны высших баллов. Сегодня оценки не очень высокие, но у вас есть возможность обратиться к нашим зрителям за справедливостью.
Я думаю, у кого есть дома и компьютер, интернет, то они могут просто туда позаглянуть. И все станет ясно, и даже ничего не надо говорить. Ну, посмотрим. Во всяком случае, мы старались, мы делали все, что могли. Мы слушали наших тренеров гениальных. Мне кажется, мы соответствовали этому проекту. Спасибо. Спасибо огромное. Удачи.